Классно мы сегодня повеселились. На славу была наша гонка. Почаще бы нам так встречаться. Это точно. В этом ты прав. Классно повеселились. Спасибо вам, парни. Мы рады, что вам понравилось. Можем завтра сюда же подъехать и продолжим. Будет еще круче, я уверен в этом. Да нет, завтра мы, наверное, не сможем. Нам нужно готовиться. Уже немного осталось до праздника, до Хэллоуина. Да, точно. Скоро великий праздник. Скоро начинается передача у Потапа. Как раз она будет про Хэллоуин. Точно. Сегодня же новый фильм у Потапа. Ну тогда пока. Мы поплыли. Если что, вы нас позовете. Обязательно позовем. Возвращаемся. Давай прибавим скорости, а то опоздаем на передачу у Потапа. Там будет сегодня очень интересно. Не опоздаем. Прибудем вовремя. Да мы уже почти на месте. Ой, как отлично, наконец-то я снял эту форму. Ох ты, так легко сразу стало. Ну что, давай, переодевайся и быстренько к телевизору. Ну вот, я тоже разделся. Ох ты, как классно. Ну что, заходи побыстрее. Чарлик, ну где ты там пропал? Давай быстрее, уже начинается. Опоздаешь. Да иду я уже. Смотри, что я нам несу. Попкорн, дружище. Вау, видишь, как классно мы успели. Как раз только начинается. Ну все, потише, смотри, вон уже и Потап подошел. Все, началась передача. Ну вот сейчас будет все классно. И посмотри, сколько попкорна. Привет, друзья, вы снова в гостях у Потапа. И сегодня посмотрите, как много у нас всего интересного. И все эти игрушки, друзья, из истории, которая называется «Тайна Коко», где главными героями были вот этот мальчик, которого зовут Мигель, и которому 12 лет. А это его друг, которого зовут Эктор. Он в облике скелета. Вот сейчас мы их распакуем и рассмотрим поближе. Ну а также, друзья, кроме этого, посмотрите, сколько пакетиков с сюрпризами. Что находится в них, пока я не знаю. Но точно какая-то фигурка вот из этой коллекции. Посмотрим, кто нам сегодня попадется. Ну что, друзья, начнем нашу любимую распаковочку. Ну и давайте самого главного героя, вот с этого мальчика, которого зовут Мигель. Этого мальчика, как я уже говорил, зовут Мигель, которому 12 лет. И его мечта стать музыкантом. Поэтому мы здесь видим гитару, друзья. Вся его семья против этого. Они очень не любят музыкантов. И когда-то они дали клятву, что в их роду никогда больше не будет музыкантов. Но этот маленький паренек решил сломать все традиции и отправился к своему кумиру, в страну мертвых, где встречают души своих предков. И Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор. Но про него я расскажу чуть попозже. А пока давайте рассмотрим вот эту фигурку. Итак, сейчас я ее распакую и посмотрим, что там внутри таится. Итак, друзья, перед нами паренек, которого зовут Акоко, потому что вот в таком виде он находится в стране мертвых, чтобы его все тоже принимали за своего. А то как-то не так, все скелеты, а он живой мальчик. Ну и, конечно, он с гитарой. Без гитары он никуда, потому что он очень хорошо поет, у него такой красивый голос. И он, когда вырастет, обязательно станет самым известным музыкантом и певцом. Ну а теперь пришло время и его друга, которого зовут Эктор. Сейчас мы распакуем его и рассмотрим поближе. Disney Pixar, Коко. Ну вот сейчас откроем и достанем этого героя, который в виде скелета. Ну вот, друзья, вот этого паренька зовут Эктор. Вот такой он в виде скелета. Какие у него красивые штанишки, посмотрите. Вон какой еще голубенький пинжачок. И совсем не страшный, даже интересный этот скелет. Но сами посмотрите, друзья, какой все-таки миленький вид у этого скелета. Очень даже красивый это Эктор. Он очень добрый скелет. И он во всем помогает своему другу. Вот они вдвоем два главных героя. И весь фильм они, друзья, будут вас веселить. Обязательно посмотрите этот мультик, который называется «Тайна Коко». Ну что, друзья, а теперь самое интересное. Посмотрим, что нам попадется сегодня вот в таких сюрприз-пакетиках. Мне очень интересно. Посмотрите, какие фигурки нам могут сегодня попасться. Итак, Коко. И первый пакетик. Открываем его. Посмотрим, что же нас тут ждет. Итак, достаем первую фигурку. Ох ты, какой скелетик нам попался.
Сейчас я его соберу. И первая фигурка у нас, друзья, вот такой вот мини-Эктор. У нас теперь есть в коллекции и большой, и вот такой вот малюсенький. Посмотрите, какая прикольная фигурка. Такой приятный на ощупь и очень интересная игрушка. О, голова даже как снимается. И одевается так же легко. Классная фигурка, посмотрите. Тут Эктор прям как настоящий скелет. И посмотрите, насколько он меньше. Он такой малюсенький. А на самом деле Эктор очень высокий скелет. Ну что, продолжаем дальше. И у нас второй пакет. Открываем. И достаем очередную фигурку. О, тоже что-то очень интересненькое. Сейчас соберем. И посмотрите, какая классная фигурка нам попалась. Вот такой вот скелетик. Вот в такой шляпе. Ух ты, посмотрите. Это, наверное, какой-то папа-скелет. Итак, друзья, продолжаем дальше. И очередной пакетик. Аккуратненько открываем. О, и отсюда сама вылетела фигурка. Сейчас соберем что-то темненькое. А это, друзья, собака, которую зовут Дайда. И это очень верный друг нашего главного героя. Вот такая вот собачка. Посмотрите, какой у нее длинный язык и какой длинный хвостик. Классная фигурка. Ух ты. Очень мне нравятся такие игрушки. Итак, продолжаем дальше. И у нас четвертый пакетик. Открываем. Посмотрим, кто же нам попадется тут. Итак, достаем. О, что-то оранжевое. Что-то очень разноцветное, друзья. Итак, сейчас соберу. Смотрите, друзья, какая классная фигурка. Это тот же самый пес. Просто уже он в другом мире. В мире мертвых. И вот в такого прекрасного пса превращается собака, когда попадает в мир мертвых. Смотрите, друзья, какая большая разница. Вот такое чудо может случиться в другом мире. А мы, друзья, продолжаем дальше. И открываем очередной пакет. Посмотрим, что затаилось тут. Итак, достаем, смотрим, что же тут, что же. По-моему, опять собачка, которая у нас уже была. Да, точно. Это, друзья, у нас уже второй пес. Но они красивые, очень приятные и даже как будто как резиновые. Классные фигурки. Ну и последний пакетик, друзья. Посмотрим, что в нем. Итак, открываем и достаем. Еще одна собачка. Теперь у нас, друзья, две вот такие вот собачки. Ну что, друзья, вот такие вот игровые наборы мы сегодня с вами рассмотрели. И нам даже попались повторы. Но что с ними сделать, я думаю, вы догадываетесь. Потап, разыграй, пожалуйста, эти повторы. Нам будет очень приятно, что кто-то из ребят получит эти призы. Я полностью поддерживаю Коко. Ну что, Потап, реши этот вопрос. Пусть ребята получат от нас такие сюрпризы. Все равно же это повторы. Зачем тебе две штуки? Это был бы классный подарок кому-то. Как раз перед Хэллоуином получить такие сюрпризы от нас. Это точно, Потап, будет очень неплохо, если эти сюрпризы ребята получат прямо перед Хэллоуином. Итак, друзья, посмотрите на эти призы. Вот эти две фигурки, они очень классные. Получит тот, кто обязательно подпишется, поставит лайк и напишет комментарий к этому фильму. И тогда победителю я отошлю вот таких вот щенков. А у нас, друзья, на сегодня все. Итак, еще раз полюбуйтесь на сегодняшние игровые наборы. И, конечно же, на свои призы. А самое главное, посмотрите обязательно этот мультик, который называется «Тайны Коко». Очень классный мультфильм. И он вроде бы и про страшилок, но очень интересный, потому что страшилки в нем все очень хорошие и добрые. Ну что, друзья, всем пока, до новых встреч, жду вас в Потапе.